И вновь неприятно возле ворот сборной Бразилии. Великолепная Хорватия. Оскар. Назад вернулся Перешич. Коллективный прессинг хорваты применяют. Нет, не получается. И опять не получается. Неймар. Сохраняет мяч Неймар. Удар с левой ноги. Гол! Хорваты у Неймара мяч отобрать. И почти получилось. Но в итоге пропустили. И главная звезда бразильской сборной с левой ноги рикошетом от штанги отправляет мяч в ворота. Я бы назвал предыдущую атаку атакой одержимых. Вот было видно, как бразильцы пытались прорваться. Молодцы, поздравляем их. Это, конечно, очень важная штука сейчас, да, для первого матча. Быстро отыграться. Такое впечатление, что придется отыгрываться, конечно. Плетикоса не видел фрагмента удара. Здесь мяч пролетел между ног у Ловрена. Поэтому не то чтобы запоздал, но немножко не дотянулся до мяча. Ну и удар точнёхонький. И Скалари в восторге взлетает в воздух. Ничья! То ли еще будет? Темпо. Футбол пошел такой, что я уже тихонечко здесь сижу рядом с Владимиром Стогниенко. Поделившись перед этим своими какими-то историческими культурными знаниями о Латинской Америке, и чувствую, что все, пора нам передавать вестевцам, пора передавать эстафету нашим футбольным комментаторам. Но...